Привет, меня зовут Макс Белоусов, я специалист по маркетингу и занимаюсь маркетингом уже порядка 10 лет, у меня есть свое агентство. Сегодня я раскрою тему «Три уровня мотивации клиентов». И начну сразу с примера, который, скорее всего, встречался многим в жизни. Предположим, есть вот мужчина и женщина, да, вот муж и жена. И жена говорит мужу: «Муж, купи табуретку». Муж говорит: «Окей, хорошо». Он начинает выбирать табуретки, и первый уровень мотивации мужа, как клиента, это купить табуретку хорошего качества. Да? То есть первое, чем обусловлена его мотивация, это хорошее качество. Он начинает искать и понимает, что табуретки хорошего качества, они дорогие. И тут он переходит во второе состояние, вторую мотивацию, то, что ему нужна на самом деле это недорогая табуретка, ему нужна табуретка дешевая, но при этом хорошего качества, и, скорее всего, он едет в какую-нибудь там фирму, где дешево и со вкусом делают табуретки. Он приезжает туда, выбирает, но при этом третий уровень мотивации, в который он приходит, это выбрать табуретку, которая устроит его жену, то есть по цвету и фасону. Что мы здесь видим? Первое, он искал табуретку по качеству. Второе, он искал табуретку по цене. И третье, он искал табуретку, чтобы угодить жене. Мы здесь видим три уровня мотивации клиента. Первый уровень мотивации клиента – это явная мотивация, то, о чем клиент говорит. В данном случае, если пример муж и жены брать, то явная мотивация клиента была найти комфортабельную, хорошую, классную табуретку. А вторая мотивация неявная. То, что клиент делает на самом деле. То есть он может говорить одно, а делать совершенно другое. Что произошло с мужем? Он, соответственно, говорил, то, что я сейчас найду хорошую, комфортную, классную табуретку. Он начал искать, приехал в магазин и понял, что комфортность стоит дорого. И на деле, соответственно, ему важнее теперь не качество, а цена. Соответственно, неявная мотивация – это цена табуретки. И третье – это скрытая мотивация. Когда он из 10 табуреток пытается выбрать, ну, которые по цене его устроили, какую-то такую, которая, ну, его устроит, он, скорее всего, выберет ту табуретку, которая устроит его жену. Потому что на самом деле скрытая мотивация покупки табуретки – это угодить жене. Понимаете? То есть вот если мы понимаем скрытую мотивацию клиента, мы можем зарабатывать кучу денег. То есть, если говорить про предпринимателя, если вы понимаете, что на самом деле нужно клиенту, то у вас куча продаж. Если вы не понимаете и работаете только с явной мотивацией клиента, да, то этого недостаточно. Давайте приведу другой пример, очень интересный, который произошел в 70-е годы с одним из ресторанов фастфуда. В 70-е годы в Америке было очень популярно движение здорового образа жизни. Да, вот как у нас сейчас, до нас это доходит, как всегда, там, с 20-30-летним таким гэпом. Вот, тогда, соответственно, люди заморочились про питание, про здоровье, особенно в Америке. Если были в Америке, там куча ресторанов фастфуда и очень мало где можно купить, в принципе, здоровую еду. Вот. Тогда люди начали бегать, задумываться о калориях. Вот, и, соответственно, вот этот ресторан фастфуда, он начал терять прибыль. Что они сделали? Они ввели в меню салатики, морковку, ну, все вот это здоровое питание. И продажи возросли. Но при этом прикол в том, что продажи возросли не за счет вот этих новых позиций в меню, а за счет старых обычных вот этих бургеров, там и там пирожков, молочных коктейлей и вот этой всей нездоровой еды. Почему так произошло? Опять же, три уровня мотивации клиента. Первый уровень мотивации клиента – я хочу питаться правильно. То есть клиент говорит: я слежу за своим здоровьем, мне это важно. Что делает он на самом деле? Он приходит в ресторан этот быстрого питания, заказывает салат, у него на кассе спрашивают: а хотите к салату диетическую колу, хотите бургера, хотите соуса, хотите пирожок? И он говорит: да, потому что он на самом деле этого хочет. Он привык к этой еде, он хочет получать от еды удовольствие, и, соответственно, он соглашается. При этом что происходит? Он вроде бы, да, то есть он уже купил салатик, он думает о здоровом питании. То есть он в галочку себе в голове поставил, что я думаю о здоровом питании, я молодец. То есть таким образом он как будто бы покупает индульгенцию, да, вот за то, что чтобы его не осудили окружающие. Он же пошел за салатиком в этот ресторан быстрого питания. И, соответственно, не скрытая, неявная мотивация здесь какая? Что клиент на самом деле хочет есть нездоровую еду, получать от нее удовольствие, но чтобы его за это не гнобили. Окружающие, друзья, там, и подписчики в Инстаграме и так далее. Понимаете? То есть вот
Давайте другой пример. Очень популярный журнал у нас в России, не буду называть название, все его читали по бизнесу. Вот как вы думаете, кто чаще всего его покупает? Да, там на букву F. Его покупают люди, которые вообще никак не связаны с бизнесом, потому что им просто интересно читать про бизнес. Они хотят прикоснуться к жизни предпринимателей, миллионеров, но они никогда не займутся бизнесом, либо они даже не думали о том, чтобы заниматься бизнесом, они боятся заниматься бизнесом. Поэтому, когда они покупают данный журнал, они не хотят его покупать, чтобы узнать индекс Dow Jones или там топ-100 рейтинг самых богатых людей мира. Нет, они просто хотят быть частью этого общества, к которому они не имеют доступа. То же самое журналы про моду, про звезд, вот эти все желтые прессы, газеты. Почему популярны? Потому что люди хотят через замочную скважину узнать, что же происходит с этими звездами. Кто на ком женился, кто с кем развелся, какую машину купили, какой дом у кого там есть. Там с какими спальнями, понимаете? То есть, казалось бы, явная мотивация какая? Мне хочется узнать про бизнес. Неявная мотивация какая, которую на деле человек делает, она скрытая. Это прикоснуться к этому миру, который недоступен человеку в обычной жизни. Пример с фитнес-центром. Смотрите, вот явная мотивация клиента, скажем, похудеть, либо набрать массу. То есть как-то изменить свое тело в лучшую сторону для себя. Клиенты либо клиентка приходят в спортивный зал. И, соответственно, явная мотивация какая? Я хочу найти личного тренера, чтобы он контролировал программу питания, чтобы он следил за моим здоровьем, за тем, как я совершаю некие там тренировочные упражнения. И, соответственно, вот для этого мне и нужен тренер. Неявная мотивация клиента или клиентки в данном случае — это получение психологической поддержки от данного человека, да, то есть тут больше именно клиенткам или клиентам важен диалог, разговор, коммуникация с этим человеком, потому что если личный тренер будет вам противен в плане коммуникации, вряд ли вы будете с ним работать. То есть тут уже на первый план выходит именно коммуникационное качество тренера и комфортно ли вам в принципе с ним находиться рядом. И скрытая мотивация клиента — это имеет, как правило, такой, знаете, более углубленный подтекст. То есть клиент либо клиентка хотят дружить с тренером, там, делиться с ним какими-то личными переживаниями. Знаете, вот как бывает, придет женщина, скажем, в парикмахерскую, да, и два часа она обсуждает там, не знаю, там, мужа, детей, потому что ей не с кем это просто больше обсудить. И то же самое происходит с мужчинами, когда они приходят в бар, предположим. Они вот пришли, и бармену выкладывают всю душу. То есть, понимаете, функция вроде бы бармена какая? Налить выпивку, как бы, и все. Но при этом неявная мотивация какая у клиента, который коммуницирует с барменом, это выложить душу, и чтобы бармен его выслушал. Понимаете? Поэтому мне кажется, бармены хорошо зарабатывают те, кто хорошие психологи, которые умеют слушать, то же самое тренеры. Вот. То есть мы всегда должны понимать три уровня мотивации клиента. Еще раз, явное — то, что клиент говорит, что он хочет, неявное — то, что он делает на самом деле, да, и что он делает, но даже не догадывается об этом. Последний пример, который приведу, который точно всем знаком, это Instagram. Явная мотивация клиента, подписчика, там, пользователя сервиса Instagram какая? Делиться своими моментами жизни, да, то есть share your life moments — это вот лозунг сервиса Instagram. Неявная мотивация клиента какая? То, что он делает на самом деле. Клиент говорит, подписчик Инстаграма говорит, то, что я хочу потреблять только полезный контент. Я хочу читать полезные новости, следить за какими-то блогерами, которые меня наполняют там какой-то полезной информацией, да, там, и со своими знакомыми, друзьями. Что на самом деле происходит? Мы потребляем 90%, я называю это попкорн-контент. Глупые одноминутные какие-то ролики, абсолютно не наполненные никаким смыслом и интеллектом. Да? То есть мы просто тупо прожигаем в Инстаграме время, листая ленту и сторис. Это то, что происходит на самом деле. И скрытая мотивация пользователя Инстаграм — это, знаете, вот когда была такая функция просмотра лайков, кому поставил там лайк ваш парень там, либо девушка. Да? Сейчас эту функцию отменили, но
девушкам было это важно. То есть девушки заходили, смотрели, а кого же там лайкает мой парень? Или там парень смотрел, о, а кого же там лайкает моя бывшая? Да? То есть следить в итоге за личной жизнью там парня и девушки. Да? При этом еще какая здесь скрытая мотивация? Это пускать пыль в глаза. То есть мы не делимся своими моментами жизни, а мы выборочно показываем людям, своему окружению, подписчикам то, что делает из нас какой-то определенный образ, которым мы не являемся в жизни. Вряд ли там, ну, сейчас, конечно, есть такой тренд, как бодипозитив, там, и там показывать все как есть, но то, что я, в принципе, в большей степени наблюдаю в Инстаграме, это именно вот создание какого-то такого образа, красивой картинки, которая вообще не состыковывается с реальностью, с реальной жизнью, да, то есть мы для Инстаграма, для фотки, там, скажем, наведем марафе, да, там, не знаю, там, с какой-нибудь там классной тачкой рядом сфоткаемся, там, либо где-нибудь на отдыхе, да, но при этом за кадром, что может быть, плохой отель, там, не знаю, там, мы на последние деньги туда поехали, да, там, не знаю, машина вообще не наша, там, пиджак мы взяли на прокат, вот, и так далее. Вот, это три уровня мотивации, и если маркетолог и предприниматель, прежде всего, понимает скрытую мотивацию клиента, то на нее можно надавить. Ну, скажем, еще один пример, это дорогие машины. Зачем покупают мужчины дорогие машины? Ну, казалось бы, мужчина может сказать, ну, это комфортно, там, значит, у нее много там скоростей, лошадиных сил, она мощная, да, там, значит, ну, то есть он перечисляет технические характеристики. Но на самом деле ему не это важно, ему важно одобрение окружающих, ему важен статус, который он получает, когда покупает данную машину. То же самое с дорогой одеждой. Скажем, вот в Москве есть дорогой магазин, в центре, да, там туда приходят какие-то люди и покупают, не знаю, кожаную куртку за 300 тысяч рублей. При этом они точно знают, что данную куртку можно купить где-нибудь в аутлете во Франции за 30 тысяч рублей, то есть в 10 раз дешевле. Но зачем они переплачивают? Они переплачивают именно за то, чтобы получить определенную эмоцию, чтобы выйти на улицу с пакетом и показать всей улице, что я могу себе позволить купить кожаную куртку за 300 тысяч рублей. При этом, когда клиент говорит, зачем ему нужна данная куртка, он может перечислять именно технические характеристики, функциональность данной куртки, то, что она удобная, что она сделана из эко-кожи, что значит там удобная застежка. Но на самом деле это что клиенту важно? Клиенту важно мнение окружающих, ему важен социальный статус, который он получает, купив эту куртку, эмоции, которые он получает. Вот. Именно поэтому маркетологи и используют все вот эти ментальные крючочки и играют на наших скрытых желаниях и мотивах, используя в рекламе сексуальный подтекст, там, не знаю, там желание за получение большей власти, да, там, влияние на людей, там, вот эти все, по сути, семь грехов, о которых написано в Библии, маркетологи их используют, да, они играют на наших чувствах и эмоциях. Именно поэтому некоторые рекламы, вроде бы, казалось бы, вот мы ее смотрим, она никак на нас не влияет, но она нам записывается, прям программируется в подкорку, и дальше мы, когда идем в магазин, мы выбираем именно этот бренд, потому что реклама нам триггернула где-то там, вот, то есть у нас рубильник сработал. Спасибо за внимание, с вами был Макс Белоусов, специально для университета бизнеса банка «Уралсиб».